Итак, как же заменить самостоятельно батареи на данном скутере? Все это легко и просто. Первое, откручиваем защитную крышку при помощи рук. Главное не потерять прижимную шайбу. Ну и, собственно говоря, откладываем в сторону. Далее поднимаем вверх ее, чтобы вышли вот эти вот пазики. И потом просто снимаем. Вот мы и добрались до аккумуляторных батарей. Одна и вторая. Они закреплены планкой. И вот именно эту планку сейчас нужно убрать. Итак, берем головку на 14. Можно даже обычным ключом попытаться. Ну и, соответственно, откручиваем ее. Тут главное сорвать. Дальше открутить будет легко. Но самое главное не потерять шайбу, гровер и болт. Далее прижимную планку отлаживаем в сторону. И при помощи 10-го ключа будем снимать сейчас клеммы. Итак, снимаем защиту, отодвигаем. Берем на 10 головку, можно также ключом, и сбрасываем. Тут тоже есть шайба и гровер. Шайбу с гровером и болтом откладываем в сторону. Вот у нас освободился один контакт. И потихонечку вынимаем аккумуляторную батарею, чтобы можно было открутить второй контакт. Также при помощи ключа на 10 откручиваем второй контакт батареи. Вот. И батарею можно извлекать. Вот она, маркировка батареи 6EVF55 на 55 ампер часов. Таких батарей нужно будет 2. В общем, важно запомнить две простые вещи. Во-первых, если вы меняете аккумуляторы на своем скутере, то рекомендуется менять сразу 2, потому что одна может быть, допустим, старая, и будет тогда недозаряд, потому что батареи будут не сбалансированы. Ну и опять же, если вы покупаете пару новых батарей, попросите в магазине, чтобы вам сделали балансировку. В таком случае вы сможете этими батареями пользоваться намного дольше. Ну и не забываем простые правила, что чем чаще вы их заряжаете, тем на большее количество циклов и хватает. Потому что это тяговые, гелевые аккумуляторы. Другие, если вы будете ставить, то там уже нужно будет специальную зарядку подбирать, специальный вольтаж, если вы собираетесь литионку делать. Вот. Если вы собираетесь ставить автомобильные, ну, или АМГ, вам это
ничего не поможет. Для данной техники рекомендуется все-таки использовать тяговые гелевые аккумуляторы.